Пачка от доширака. Пачка от доширака легко помещается в следе. И от когтя вон, медведь, наверное. Не успел Андрей Громов достать удочки, как наткнулся на рисунки на песке в паре километров от поселка Калманского района. Рандеву самим Мишкой удалось избежать, но от огромной лапы сердце немного ёкнуло. А это точно, как вы думаете, наши алтайские или с Красноярского края? Нет, это пришли откуда-то издалека, да. Видимо, это все от пожаров. Почему так думаете? Ну, были же года тоже пожары. Заходила к нам только на границу Алтайского края, не так близко к Барнаулу. Заходили предыдущие года. Ну, в этот год прям серьезно что-то. Андрей уверен, идет активная миграция диких животных на Алтай после красноярских пожаров этим летом. Люди видят не только следы, но и самих медведей. Эту семью засняли пару дней назад в 30 километрах от Новосибирска. В региональной Минприроды такие вылазки миграции назвать не спешат. Люди видят значит, в Калманском районе, в Калистратихе. Я вам страшную тайну открою. Это было и в прошлом году. И в Косихе, и в Первомайском районе, и в Троицком районе. Да, выхода есть. Ну, размножается, ищет новые территории. То есть это наши алтайские мишки, правильно? Это совершенно верно, алтайские точно мишки. По одной из версий, больше медведей показывается людям, потому что набирают массу перед спячкой. Стало ли их больше на Алтае, сотрудники ведомства скажут лишь весной. Поэтому пока специалисты советуют не бояться медвежьего нашествия. Но на всякий случай, собирая в лесу грибы, не забывайте, что за деревом может прятаться косолапый мишка. Если вы так будете себя вести, то медведь точно к вам не выйдет. Он очень сильно боится шума. Ну а если вы все-таки повстречались с ним лоп-лоп, то не кричите, не шумите и не двигайтесь. И самое главное, не убегайте. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.